Итак, представьте себе ситуацию. Учительница украинской литературы заменяет урок физкультуры. Добрый день, детки. Герои слава! Ай, молодцы. На Шевченко Франка разрахуйсь. Шевченко. Франко. Шевченко. Франко. Шевченко. Франко. Котляревский, розрахунок закінчено. Молодці, шевченки, зробили крок уперед, повернулися рильським до рильського, та повторюємо за мною. Зажурилися, повстали, зажурилися, повстали, зажурилися, повстали. Закінчили вправу, повернулися ми намазалами до залу. Так, я не зрозуміла, а що це ви стали як лінія означення? Ану швиденько під мене. Загребельного мені в лісову пісню. Ти що, не чуй левицький? Я ж тобі Лесею українкою сказала в під мене. А зараз ми будемо здавати норматив перекоти поле. А як ми будемо здавати перекоти поле без матчів? Без чого? Без матчів. Без чого? Та без матчів. Без чого? Як ми будемо здавати... Перекоти поле без Леся Подерв'янського. Чи йде? Що? Можна вийти. Обставина. Ясла повні. Що? Ясла повні. Повне речення. Ревуть воли, як ясла повні. Так, шуруй звідси. На цьому наш урок завершено. На наступному уроці будемо здавати стрибки у Довженка. І не дай Бог, хтось мені принесе довідку, що він кріпак, я йому таку кайдашеву сім'ю влаштую. Таксі. Алло, таксі Бігемот слушать. Алло, це таксі. Можна мені машинку на колгозну 4? Извините, а где это? Ну це тут там, коло Івана Демінюка. Это там возле Катюши? Ну да, да, це ще його жінка на ринку курями торгує. А, у них там ще на хаті лебеді, да? Ну да, да, качки там якісь, качки. 5 минут таксі к лебедям виїжджає. А наша команда разгадала секрет, как девушки незаметно подтягивают колготки. Итак, смотрим. Итак, синку, записуй. У Марічки було 5 яблук. 3 вона віддала Андрійку. Скільки яблук у неї залишилось? Правильно, 2. Та 2, не 3. Повторюю, у Марічки було 5 яблук. 3 вона віддала Андрійку. Жіночка, я вибачаю, це незалежне оцінювання. Вийдіть звідси. 2, 2, не 3. Жіночка, сказав, вийдіть. 2. Итак, представьте себе, первый урок 1 сентября в Цирюпинской гимназии. Діточки мої любі, я так рада вас бачити. Ви всі так повиростали. А зараз пишемо твір на тему, як я провів літо. Оксана Іванівна, ну може, будь ласка, усно? Ну, давайте спробуємо. 3, 4. На городі! Thank you.
Japan, Gangnam Style. Азамат Тахевич, ну хромаете прям как доктор Хаус, ебо. Это только в Америке один доктор Хаус хромает, а у нас вся медицина. Хватит ржать, сейчас всем уколы наставлю, воды в кране много. Так, быстренько сделаем обход, хочу сегодня пораньше уехать, чтобы завтра попозже приехать. Итак, по результатам анализа в следующий год, проходишь ты, а ты не проходишь. Шучу, шучу, все проходят, слава богу. Ах, да, кстати, слава богу, чуть не забыл. Магазин скейтбордов прямо напротив нашего здания. Спасибо. Какой парфюм приятный, а? Так, что у вас? Ну говорите, говорите. Ну говорите, чтоб врач вас понимал. Ему срочно 4 кубика. С буквами. Пусть учатся слова составлять. Хоть маленькими словами с врачом разговаривать, понимаешь? Так, в какой руке? Опа, не угадал. Сегодня без таблеток. Вообще таблеток нету. Не, ну Леонид Михайлович, что ты видел? Он сам честно проиграл. Кстати, слышал, в Москву собираешься, да? Подкупи Бахилов, посмотри, что у нас делается. Хорошо. Отличный выбор. Вы сегодня за рулем? Как обычно, конечно. Подвезете до столовочки, пожалуйста. Поехали. На Ягуаре никогда не ездил, честное слово. А в то время в другом кабинете. Добрый день, это диетолог. Нет, ошибся, да? Не-не, правильно, правильно. А вы что, действительно диетолог? А вас что-то смущает? А, да точно, точно. Что у вас? Доктор, понимаете, у меня лишний вес, и у меня из-за этого проблемы, и... Извините, алло? Алло, это милиция? Нет, вы ошиблись номером. Тогда слушай сюда. Я маньяк, и я слежу за тобой. Это ты, маньяк, следишь за мной, да? Я тебе скажу, фигово ты следишь за мной. Я бы тебе сказала, ты меня даже это вот запустил. Так что у вас? Доктор, ну проблемы у меня, ну понимаете? Ну не нервничайте, Катюша, войдите. Да, успокоительное есть, да, примите. Да. Видите, у кого проблемы? Сколько вы весите? 135. А хотите? 90. Так, 135, 90, 45. Ну, это можно ногу отрезать. Простите, что? Не обращайте внимания, это так варианты перебираю, да. Понимаете, проблема-то совсем не в этом. Вся проблема у вас в голове. Доктор, я не понимаю, о чем вы. Я тебе говорю, башка у тебя такая, понимаешь? Кто следующий к диетологу? Я. Адреналин просто уникален.
КВН 2013 год. Фото на память с мэром, чтобы было что написать в газете «Наше место». Улыбнитесь, встаньте ровно, шаг вперед и два назад. Все готовы? Тогда вместе собираемся на спец! Вас всему миру, в каждой квартире, все любят смехи, веселые шутки. Где же еще, как не в КВН-е, можно шутить чуть не целые сутки. Команда фишки, четвертая школа, юмором нашим устроим погром. На позитиве, для сила зала, локомотивом шуток порвем. А это что такое? Да студенческий фольклор, давайте, давайте, да, да. Можно и выходить. Что ты притащил? Это? Это мама мне бутерброды приготовила. А я не рискнул за кулисами оставлять. Вон они какие все, подозрительно голодные. Сумку убери со сцены. Я знаю, где никто не возьмет. Ну это как вы поняли, Саша. И он сейчас самый голодный в нашей команде. Глядя на него, хочется плакать. В нашей команде новые лица. Лера, Кристина, Даша, Саша, Вика и Женька. Ну-ка, Женька, пошути! Вчера я был в зоопарке. Вот видите, еще вчера он был в зоопарке, а уже сегодня в нашей команде. Я тоже новичок в команде, а вы слов давать мне не хотите, петь со мной не хотите, и вообще, что вы от меня хотите? Кристина! А чего это у тебя все слова заканчиваются на «тите»? Ой, вы лучше на жюри внимание обратите. Вот именно, ребят, мы ведь должны им понравиться. А если не понравимся? Понравимся. Ну, Ирина Викторовна, взрослый человек, могли бы попросить. Так, нам надо придумать смешные шутки. У меня с этими шутками вообще крыша едет. Ну все, мы так не договаривались. Я позориться не собираюсь. Я ухожу в другую команду. И не останавливайте меня. Я ухожу навсегда. А вы говорили, командный дух, командный дух. Ой, да ладно, пускай идет. Зато с ним эта школа точно проиграет. Да. Все, я за сумкой. Так, а вы мне вообще хоть расскажите, с кем мы сегодня соревнуемся? Слушай, соперники же из гимназии. Вторая школа. Нет, все, не видать нам победы. Ну, ребята, мы же команда фишки. Четвертая школа. А значит... Не проиграем. К чему эта жалость? Говори как есть. Мы готовы к серьезному заявлению.
Мы не команда КВН. Да. Мы одна большая семья. А я думал, моя семья — это мои мама и папа. Вот видите, мы команда КВН. Мы одна семья. Потому что другой причины, почему я играю вот с этими всеми, просто нет. Мы готовы к серьезному выступлению. Давайте придумаем свою фишку. Давайте! Итак, дорогие зрители и друзья, прошу аплодисменты для школы номер 4, команда «Фишки». Дружнее, дружнее. На 90, просим аплодисменты. Что на игру с собой мы не взяли девушек. Это еще почему? Да потому что я хочу выходить на сцену нормальный, выглаженный, чистенький, а не как сейчас. Антон, тебе что, не нравится, как я тебя глажу? Ну, понимаешь, как бы нравится. Но помимо этого еще надо быть накормленным. Накормленным? Антон, слышишь, не нравится, как я тебя готовлю, вот скажи на сцене. Скажу честно, меня твой омлет уже задолбал. Сколько можно? Каждый день одно и то же. Блин. Да и вообще, хочется ласки, заботы, тепла, в конце концов, поцелуев. А я Антоша. Стой! Да и вообще, кого мы обманываем? Вас! Девочки, идите к нам! Маша, Люба, Галя, Света, выходи! Ты Катя, иди сюда! Счастье. И что такое счастье?
Дорогая! Да-да. Ну ты скоро уже. Мы вообще-то опаздываем. Да-да, я уже готова. Отлично. Ой. Дорогой, как я тебе? Отлично, идем быстрее. Погоди, дорогой, давай присядем на дорожку. На дорожку? Да. Ну ладно, только бегу. Конечно. Дорожка-то надо. Да. Дорогая, что-то случилось. У меня платье рэпнуло. Я толстая, мне ничего одеть. Рэпнуло, да? Одень толстая. Что-нибудь другое, дорогая. Что другое? Погоди, ты не отрицаешь, что я толстая? Так, тряпка, соберись. Одевай что-нибудь мне другое. Мне нечего одеть. Полный шкаф вещей. Где? Ну вот, смотри. О, хорошо. Это летнее. Летнее, да? Да. Вот зеленое. Зеленое, чтоб я с елкой слилась. Костюм одень. Костюм? Я тебе что, депутат, что ли? Юбку одень, дорогая. Какая это юбка? Это же шапка. Ну так одень же хотя бы шапку. Мне нечего одеть. Ты никогда мне ничего не даришь. Я не дарю. Да? Ладно. Хотел вечером, ну раз уж так вот. Разбираю. Ты что, дурак, что ли? Вот я молодец. Мало, что ли? Нормальное! Дорогая, тебе больно? Я счастлива! Домой в 3 часа ночи. Я не могу. Привет, пап. Марья Ивановна заболела. В школе сегодня санитарный день был. Коля пиво разлил, я в него упал. Коля, когда курил, на меня выдыхал. Руки в ядну, что мы костер жгли. Надо ничего не задали, я спать. И чтобы такого не случилось, нужно подгонять размеры 90, 60, 90. Тереза! Виктория! Катерина! Юлия! Анна! Я год кого 5! 45! А ты кто такая вообще? Я Галина! Откуда? С Кувандры, звісно, звідки нічі бути. Аля, а ти знаєш, що здесь у нас модельне агентство? Ну так чо тебе не нравиться? У нас тут у всіх 90, 60, 90. Да я оце не можу понять, чим я вам не подхожу. У мене все то же самое, только по диагоналі. Ладно, девочки, давайте попробуем. Фитнес, йога, шеппинг, бодибилдинг, пилатес, секс. А наши мальчики очень любят урок физкультуры. Надеются, что это их делает стройными и подтянутыми. Итак, урок физры в помещении с очень низкими потолками. Дети, здравствуйте. Урок физкультуры, короче. Итак, начинаем первое упражнение. И раз, два, три. Руки выше, Олег. И головой в потолок не упирайся, как бы белили. Еще раз давай. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Приседания начинаем. И раз, два. Молодцы. Три.
4! Ай да молодцы! Так, садимся, давайте за канаты беремся. Взялись? На раз, два, три. Поднялись по канатам. Молодцы, спрыгнули с каната. Ай, молодцы, ребята. Прыгаем на пол, начинаем отжиматься. Ай, Олежка. Итак, раз, два, три. Олег, что такое? Ступенька! Ну, видите, девочки должны быть стройными и подтянутыми. Аля, а ты знаешь, что в зале сидит принц? Да ну! И он ищет тебе суженую. Принц, зачем тебе эта суженая? Возьми лучше расширенную. Да, кстати, а еще девушек стройными и красивыми могут сделать большие секреты маленького города. В Тюрюпинске живет девочка, которая мечтает знать все секреты города. О, Светка! Привет, здорово, Светка! Короче, есть серьезный секрет. Говори! Говори, это значит никому не скажи, Светка! Я никому не скажу! Я тебе еще раз говорю, никому не говори! Мы с тобой все-таки подрастали, никому ничего не рассказывали! Светка, я это знаю, поэтому и говорю, не скажи! Не скажу! Ладно, все, короче, секрет такой, Светка. Слушай меня сюда. Василий Фадеевич хочет открыть, Светка, слушай меня, мечтает просто открыть... Да ты что? Светка, стой, Светка, говорю! Держись, не говори, едь! Ну, Светка, ты заобещала! Светка, стой! Не иди в зал, полный зал народа! Ты что говоришь, серьезно? Серьезно, да? Светка, уйди! Извините, сползнула! Светка, что ты мне сказал? Стоп! Стоять, я сказал, Светка! Ладно! Мне можно говорить, говори! Василий Фадеевич хочет открыть! Завтра все узнают! Наверное, Василий Фадеевич хочет открыть шахматный клуб. Добрый вечер, Вася! Высоко, высоко, горах! Мы собрали в своей уютной компании на шахматный турнир, Вася. И наш главный гость Каспаров, или вы, слушайте, мне интересно узнать, что же они делают уже третий день подряд. Каспаров, как оказывается, проводит сложнейшую для ума и тела комбинацию, Вася. Каспаров, что ты хочешь нам сказать? Слушай, Вася, что ты делаешь? Каспаров, мы все пешки в этой жизни. Слушай, Вася. Скорее всего, Василий Фадеевич хочет открыть боксерский клуб. Нормально, да. Так, у нас тут, короче, новый боксерский клуб. Понял? Короче, девочки занимаются боксом. Нормально, снимай, не ходи за мной, вот так вот снимай. Вот, отлично. Девочки! Девочки подошли ближе, я сказал, и стали ровно в линию. Бегом! Все, бокс закончился. Серьезный у нас вопрос на камеру. Короче, нужно сказать громко, четко, как я вас учил. Так, все. Так, не махай мне тут, давай нормально отвечай. Итак, стали ровно. Девочки, что главное в боксе? Шумы! Какие шубы? Шелли! Бренни! Шубы! Выруби камеру. Возможно, в Цюрихе будет еще один фитнес-клуб, а наши мальчики там уже побывали. Почему бы нам не прорекламировать его? Если ты обожрался тортом или жиром обросся сильно, то пора заниматься спортом. Это здорово и сексапильно.
все-таки Василий Фадеевич откроет музыкальную школу. И мы там уже были. Наш Дима долбит в табуретку, а Юля стала просто так. Антон танцует на газетке, а Вика вспомнила гопак. Юрец играет с кем попало, Тереза рокершей встает. Олег и Аня ходят тихо, а я одна веду беседу с залом. Мы команда 90-60-90. Ну что ж, мы рады видеть вас. А вы рады видеть нас! И как хорошо, что все рады видеть друг друга! И вообще... Вообще мы не зря начали именно с этой песни. Ну вот, новый сезон начался, и мы... Тереза, хватит маяться фигнёй. Фигнёй маются наши футболисты на поле, а я кубик Рубик собираю. Полезно для ума и красоты. Мы команда 90-60-90. 90% мальчиков, 60% девочек и 90% смеха. Thank you.
Украины. Для Чумак, Евгения и Ксении Пастушенко. Аплодисменты для чемпиона.